Короче, здорово всем. Продолжаем Space Marine, Space Christine, Space Augustine. Так, мы на чем закончились? На том, что мы начались, на том, что мы пошли вот сюда, зашли и взяли реактивный ранец. Ранец космомарина. Здесь были сброшены капсулы снабжения штурмовиков. Да. Это мы все видели, это мы все читали, это мы все смотрели. Продолжаем играть, проходить. Завел Twitch, потом, если кто-то появится, ссылку скину. Так, пробел. Забирайтесь выше, капитан! Здесь с ордами мы разберемся сами. Ой, а что, можно потише, потише? Shift пробел. Ой. А, пробел удержит, бах. Так. А если вот так, ну? Блин, ну это все, это Space Marine. Давай. Оп. И что мне это дало? Ага. Ну ладно. И что? А я могу же к ним слезть потом. Я же могу потом к ним слезть, и будет лалы-лам-лалы. Чок-чок-бам-бам. Десантура. Ебать, они жирные. Ну ладно, мы сейчас сделаем красиво. Блядь, все пиздец. А чё не залазим? Ой, как красиво. Так. Вот он, козел. Оп. Ладно, фиксируем. Баска. Красота. Ой, как красиво. Ой. Ну это просто сказка. Ой-ой-ой-ой. Все, не бей. Хе-хе. Не сохраняйте. А, сохранение идет. Вот, сука, это линолеумус. Линолеумус. И дед Вадим. Дед Вадим и линолеумус. Поехали. Мы куда-то бежим, нам надо пушку обезвредить, чтобы десантура обычная смогла пройти. Так, надо подкрепиться. И все. Ну все, мы теперь должны по верхам, короче, бегать, чтобы все было красиво. Оп. Ты че, сука, пинаешься? Вот и все, дело-то. Вот где все мои пацаны. Вот и все. Надо что-нибудь на превьюшку, кстати, найти, потому что ничего нет. Нет, не пойдет. Можно вот так. Вот так. Ой, вот так. Блин, жалко, нельзя прибавить. Ладно, может что-нибудь будет. Не страшно. Блин. Так, $3. А как мне? А чё жизни не восстанавливаются? Так, и чё стоим? Угу. Космодесант! Ой, красиво-то как. Это просто я убийца миротворцев. А вот и мы, чё вы толку-то от вас? Ну
Ну и все. Давай. Ну это вообще красота. Ну и что, завалил я их? Что, теперь им помогать, что ли? Ай, ладно. Я помогу. Вот и все. Так, ну там было наверх куда-то идти. Это не такой секрет какой-то. О, какое приземление, космодесант. Вот это вот на превьюшку взять. Ой, как хорошо. Конечно, мелковато. Ладно, давай поехали. А что ты не залазишь наверх нормально? А что ты не залазишь наверх-то? Что не залазим? Там по-любому какой-то... этот тайник. Все, дальний полет разблокирован. Ну-ка. Ну что, зря бежал. Ой, как я за тут прилетел быстро. Красота какая. Ладно, поехали. Что-то уже поздно времени. Наконец-то. Что-то это. Время много, поэтому не особо шумно могу говорить. Да и вообще что-то такое. Баля-баля. Ну и что, я бы с ним просто бегал. Ты что? Ну это линолеумус, это просто линолеумус. Это линолеумус. Ой, могу так же сделать. Глава 3, брюхо чудовища. Батарея обороны. Что-то интересное. Вот и все. Обороны никакой нет. Обороны никакой нет. Так. Угу. Надо по проводам бежать, провожать провода. Блять, ну конечно. Ох, сука. Блять. Вот, только надо это. Но, сука, блять. Сука, как тебе, блять. Ладно. Вон они, сука. Ой, хорошо как. Войдите в орудийную крепость. В орудийную крепость. Это пушка все? Ёпта. Да. Да. И не только они туда. А, нет, они. А, нет, никого нет. Крепость просто кишит орками. Да. Зачистку уйдет не один день. Угу. Эти гвардейцы так долго не продержатся. Перезаряд. Мы найдем способ уничтожить пушку. А почему обычно голос говорит перезарядка? Потому что это Аник нашел? Ну-ка. Да, ничего нет, ладно. Уйди, линолеумус, уйди. Дед Вадим, хватит, все. Надо что-то новое взять. Наверное, молот. Меч или молот. Ну-ка. Что это? Миномет? Установка Мститель? Звучит многообещающе. Так, открыт миномет Мститель, экспериментальное оружие Мститель модели Грая. Это специализированный миномет для стрельбы магнитными ядерными снарядами, которые прилипают к стенам и вражеской броне. Прорыв. Блять, сейчас нажму еще нечаянно. Ну-ка давай попробуем. А это что такое? Катсцена будет? Отходим. Отходите вперед, а я отхожу. Все пошло. Почему разговаривает женский голос? Это что, при... Работа медучреждений затруднена вследствие утилизации большого количества. Нужен стрелок помощнее. А что не... Все, я понял.
Я понял. Все, я понял. Я понял. Дайте, вот они, вон они, видите? Вот оно как. Ой, не доехал. Не, ну это прикольная штука, кстати. Вообще классная штука. Конечно, там должны быть оружейный меч. Оружейный меч должен быть. Так. Бельта заряды. Если подорвать их в нужных местах, вся крепость обрушится. Мы можем установить заряд на одном из ее снарядов. Леандр, ты просто гордость ордена. Да какая гордость? Это обычный линолеумус. Снятие блокировки. Вы читаете повелителя машин, перевыполняя свою Ну, сейчас все потрачу, поэтому не буду. Ух ты, ёпта, это был снаряд. Ой, это был удар. Это было попадание. Короче, я попал. Ну, новый прицел. Короче, тут нажимаем. И восстанавливаем здоровье. И восстанавливаем здоровье. Так, разберитесь, тут линолеум, Вадим, я пошел за этим пацаном. Вот и все. Ну, что, вы там долго будете, нет? Вот и все, два удара, нет, шакала. Побежали дальше. Ничего, мне надо взорвать, поставить. Вот и все. Поехали ниже. Вы оставайтесь там, два дурака. Хо-хо-хо-хо-хо. Блин, под жопу не хотел дать. Доступ ограничен. Доступ ограничен. Поехали. Трио. Линолеум, дед Вадим. И Андреус. О! Вот это, конечно, можно на привышку. Ладно, разберемся потом. Так, выходите, кто где. Один, что ли? Поджопник дал. Патроны забрал. Это что такое? Ага, это же аудиожурнал. Мира 2. Все, что ли? Ладно, погнали. Я приехал, я пошел. Вот и все. Сука. Короче, я пошел в обход. Давайте, валите их, валите в обход. Стелс. Ух ты, это вон что. Ух ты. Граната. А сам сюда. Сам сюда. Сам сюда. Вали их. Вот и все, завалил. Завалил. Молодец, завалил. Орский свой затылок завалил. Вот и все, минус два. А, все, теперь я догнал. Теперь я догнал. Надо здоровье восполнить где-то срочно. Какие-то крутые пацаны. Ух ты. Вот. Я тоже умею быть злым. Все, что ли? Вс.
все, что ли? Сюда, капитан! Нам нужно подать снаряд заряди. Сука. Ладно. Так, и что дальше? Быстрее, вон снаряд подать заряди. А, вот снаряд. Дело сделано. Дело сделано. Я установлю взрывчатку на снаряд. Давай. Все. Теперь установи снаряд на место. Ага, сам. Все сделано. Если нам повезет, он не зарядит им пушку, и она рванет. Здесь нельзя полагаться на удачу, Сидоний. Мы должны удостовериться, что снаряд окажется там, где надо. Давайте удостоверимся. Теперь назад к лифту. Уничтожит оружейную батарею. Патроны взяли. Все, к лифту бежим. Тут мы всех завалили, тут мы все поделали. Блять, опять вы. Мне не до вас, пацаны. Мне надо патроны взять. А секретик есть? На хуетик. А не секретик. Ран. Ну что, побежали теперь, что еще делать? Больше ничего не сделаешь, кроме как побежишь. А, космодесант. Да, и что толку? Ой-ой-ой-ой. Это мой. Сейчас мы вот так сделаем красиво. А. Блин, не успел. Надо здоровье восполнить. Все, восполняем. Все, что-то мы ничего не восполнили. Стойку, смирно. Встали, стоим. Почему женский голос, не понимаю. Женский голос мне не нравится. Что-то здесь не так. Вот она. Линолеумус. Дед Вадимус. Ну, я крутой пацан. Так. Что это? Не готов. Так. И чё? Ну, пока мы просто бегаем и... Оп. Да я оглушаю их. Я их оглушаю, еще вот так могу делать. Вот так я могу еще делать. Все. Вот и все дело-то. Пускай они там воюют, а я пошел. Он потом меня сдаст, и все, и подкрепление придет к ним. Так. Вот он мой. Что он так на здоровом казался, это какая-то пиздюха. Вообще ни о чем. Все, поехали. А что это такое? А что я это не взял? А как мне это взять? Я сейчас не туда спущусь, все понятно. Боеприпасы мне не надо. Мне надо отсюда с ебашкой. Все, пока, пацаны. Они пока придут еще. Ну и что дальше?
Опять в стойку встаем, что еще делать? Стойка смирно. Оп. Сейчас мы как отстану. Посмотрим. И, наверное, закончим на этом. Наверное, пока на этом закончим. Вот. О! Режим стрелка. Это теперь буду суперстрелком. Так, режим стрелка. Теперь вам доступен режим стрелка, где время замедляется, позволяя стрелять с исключительной меткостью. Используйте Е, чтобы войти в режим ярости, затем левый контур для режима стрелка. Выход происходит при истечении шкалы ярости. Если вы отпустите левый контур, не влияет на специальное оружие. Хорошо. Космодесант. Ну и чего-то не покричали. И даже не добежать не успели. Вот так, ладно. Вот пистолет. Черт, как я вынул его из огня. В смысле? Значит, сунем его обратно. Леандр, подай снаряд в заряжающий механизм. Подача. А, ага. А, я теперь прикрываю. Я теперь прикрываю. Да я помогу, что ли? Где? А что долго перезаряжаемся-то? Телепортируемся, перезаряжаемся. Что это было? Семь империй. Продолжим, попробуем еще раз, а сейчас пока на этом закончим. И там уже посмотрим, что из этого получится. О, ладно, всем спасибо, всем пока.